Россия, ты священная держава, благословляя, веря и любя, мы за тебя по долгу и по праву, и по любви мы бьемся за тебя. За то, чтоб смог повсюду рев орудий, чтоб хлеб и соль стояли на столе, за то, чтоб просто радовались люди на снова отвоеванной земле. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады видеть вас на нашем конкурсе военно-патриотической песни боевого братства. Сегодня нашу встречу и конкурсную программу мы посвящаем всем бывшим, настоящим и будущим защитникам Отечества. 23 февраля, День защитника Отечества, отмечается с 1918 года. Этот день – дань уважения всем поколениям героического воинства. Мы приветствуем наших гостей и желаем безграничного счастья, богатырского здоровья и хорошего настроения. Наше поколение говорит искреннее спасибо за то, что мы можем жить. Сегодня у нас конкурс, а значит, есть жюри, которое нам представит заслуженный учитель Российской Федерации Тихомирова Инна Николаевна. Жюри у нас сегодня очень почетные гости. Представитель ветеранской организации Шуркина Валентина Петровна, она все время к нам приходит. И Рубцова Зинаида Петровна, она у нас впервые, поэтому мы должны представить школу, правильно? Чуть попозже придет очень важное мероприятие еще один гость наш, Давыдов Сергей Павлович, вы тоже его знаете. Но жюри-то я представила, я бы хотела увидеть, какие у нас команды. У нас же День защитника, да? День воина, да? Я хочу видеть, какие команды здесь. Второй Д, руки вверх. Молодцы, все в пилоточках, а? Вот интересно, пехота или кто? Наверное, узнаем из песни. Второй Е, руки вверх. Молодцы, тоже в пилоточках. А вдруг они артиллеристы? Хорошо, спасибо. Второй Э, руки вверх. Молодцы! А у них еще и гвардейские ленточки. Готовы, значит. Третий Д. Отлично! О, да там военно-воздушные, там еще какие-то войска, десантники. Прекрасно, познакомимся. Третий Е. Молодцы! А это загадка, пока неизвестно. Хотя один сидит явно в папахе. Может, казачки? Сегодня мы все это увидим. Я желаю всем вам успеха. А дальше боритесь друг с другом. И побеждайте всех. Итак, мы начинаем. Первыми выступают второй L-класс. Артиллеристы, точный дан приказ. Thank you.
кстати. Приглашаем на сцену второй Д-класс песни «Я вернусь победителем». Thank you.
Сейчас на сцену приглашается третий ЕС, песни «Офицеры». Приветствую. Это не
Спасибо всем командам за выступление. А пока жюри подводит итоги, перед нами выступит ансамбль «Глория». Да живи, моя Россия! Мы били машины, объезжая.
Друзья, встаем все со стульчиков. Помнится, вы готовили песню. Если с другом вышел в путь. На все. И пришли к выводу, что без награды никто не останется. Но заразно. Поэтому внимательно слушайте. Вы все достойны победы. Награждается грамотой
второй Д-класс. За патриотизм и сопричастность к истории. Вы молодцы! Вы уже готовы к акции «Бессмертный полк». Поздравляю вас! Грамоты! Оп! Что? Одну грамоту. Нет? Или две? Грамоты за высокую организованность и патриотизм награждается команда третьего Д-класса. Грамоты за третье место в конкурсе военно-патриотической песни занимает второй класс Эль. Они первые начали. А вы обратили внимание, что у нас не только мальчишки смелые, командирами это вон девчонки являются. Грамоты за второе место в конкурсе военно-патриотической песни награждается второй Е-класс. И, наконец, грамоты за первое место в конкурсе военно-патриотической песни в начальной школе награждается третий класс. Еще раз большущее спасибо за полученное удовольствие. А давайте, знаете, кого еще поблагодарим? Тех, кто вас сейчас, наверное, чуть-чуть еще научил слаженному пению, четким словам и потрясающе красивому выступлению. Нашему... Да, вот они там стоят. Встаньте, девочки! Аплодисменты! Спасибо вам, девчонки, вы классные!